Серхио Рамос покидает ПСЖ этим летом. Как сообщает пресса, агент Рамоса ведет переговоры с саудовским клубом. Так, Аль-Хилаль готов предложить Рамосу двухлетний контракт с зарплатой 30 миллионов евро в год. Хотя сам Рамос говорит, что готов рассмотреть любой европейский клуб. Но здесь есть небольшая помарочка. Ведь даже востребованному Леао в Милане будут платить 5 миллионов за сезон. Поэтому предложение саудовского клуба очень даже хорошее. Да и в целом такое ощущение складывается, что в Европе Рамос уже всем все доказал. Поэтому зарабатывать 30 миллионов за сезон довольно-таки хороший вариант.